Приветствую вас. Ну и как минимум, наверное, для того, чтобы отметить, вести себя так же, как раньше, то есть терпеть его поведение нельзя ни в коем случае. Вас это унижает, вас это оскорбляет. И самое главное, вы перестали занимать единственное место в жизни мужчины, что является в принципе неприемлемым. Далее. Найти причину измены. Это может скрыться в нескольких моментах. Первый момент чисто межличностный. То есть у вас мог произойти какой-то конфликт, отношения в какой-то момент могли стать более холодными, более отстраненными, мужчина перестал получать удовлетворение и факт измены случился. Просто потому, что мужчине захотелось вновь ощутить какую-то ласку, тепло, близость и так далее. С вами этого он не получает. Следующий момент – это такой, что мужчина перестал чувствовать рядом с вами себя мужчиной. То есть он перестал чувствовать, что вы в нем нуждаетесь, он перестал чувствовать, что вы им восхищаетесь, он перестал чувствовать, что вы смотрите на него как раньше, значит, он перестал ощущать вашу искру, ваше тепло, вашу заботу, вашу ласку. И именно от того, что он перестал быть с вами мужчиной, он захотел испытать это чувство другой женщины. Следующая причина, это, как и сказал коллега Смирнов Андрей, это секс. Ну, только секс он описал более все подробно, поэтому не вижу смысла это перечислять. И еще одна из возможных причин, это если проблемы отсутствуют, то есть не было никаких предпосылок для его измены, мужчина просто изменил вам, то здесь есть факт, что ему просто вас стало мало. Она хотела разнообразия, это означает, что он не уважает вас. Что если он не уважает вас, значит, скорее всего, он не уважает и себя. С таким мужчиной жить очень будет вам сложно, потому что измена, это в данном случае измена, это не единственная, а, к сожалению, не последняя. Если продиктовано именно таким поведением, вероятнее всего, не единственная. Но очень важно, как мужчина себя ведет. То есть, если он раскаивается в содеянном, если он признает свою вину, если он говорит, что вот да, я виноват, там я совершил ошибку, я по глупости все сделал. И если в этом случае мужчина вас носит на руках, проявляет позитивные эмоции к вам. Если он действительно своим поведением стремится загладить свою вину, свой проступок, и делает это искренне, то вам при наличии чувств к нему, и если таковые чувства есть у мужчины, нужно все-таки человека простить. Просто потому, что один раз ошибиться может каждый. Но только при наличии раскаяния, только при наличии соответствующего последующего поведения. Если такового нет, то, к сожалению, это означает лишь одно, что мужчина не до конца осознает то, что он делает, не дорожит вами, не ценит вас, а значит, измены будут продолжаться, и вам тогда в этом случае необходимо от него все-таки уходить, расставаться. И уже через расставание переосмысливать ваши отношения, реально показать мужчине, что вы перестали быть его. Кстати, это еще одна причина, по которой мужчина может изменять. Ощущение, что вы полностью принадлежите ему, что он вас завоевал. А мужчина по своей природе завоеватель. То есть ему нужно постоянно завоевывать, постоянно что-то преодолевать. А вы, если полностью ему отдаетесь, если полностью внушили ему стабильность, спокойствие, то вот отсюда, собственно говоря, и измена. Даже вам нужно пересматривать свое поведение в этом случае, перестать
показывать ему, что вы будете с ним в любом случае. Начать защищать свои интересы, жить для себя, чтобы он начал бояться реально вас потерять. И тогда, возможно, вновь второе дыхание у чувств, второе дыхание у эмоций, и мужчина вновь начнет вами дорожить и вас ценить. Для более подробной рекомендации нужно более детально рассмотреть вашу ситуацию, тогда будет более уместно давать какие-то превентивные рекомендации вам и вашему мужу, может быть, заочно тоже. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.